Тут Владимир Вольфович на прошлой неделе выступил в Госдуме с пламенной речью о южном гостеприимстве. Кто не видел, вот сейчас посмотрите, а потом я продолжу. Не все вошло в трансляцию. Я приезжаю в Сочи, мэр города, заммэр встречает, и я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол 100 тысяч рублей, а кто платить будет? Мне, чтобы я платил. Он дурак, этот зам мэра. Он, наверное, уже в тюрьме сидит. У меня бесплатное питание лучшее в санатории. А эти прощелыги с юга еще меня заставляют платить за то, что они меня встретили, и я еще их угощаю. Это идиоты полные. Это сумасшедшие, больные люди. Когда он меня заставляет платить. Я что, просил тебя? Вот обнаглели. Естественно, я ничего не съел, он все в мешок и унес домой. Вот такие южане, друзья. В туалет пошел, на пляже. 50 рублей вход. Вы что, с ума сошли? Вы дураки? Вы идиоты? Я вам удобрение принес на 700 рублей, вы с меня 50 рублей. Причем вы даже не знаете, может, я по-маленькому. Все равно 50. Я вам отдаю свое родное. Мне не жалко. Пожалуйста, для народа. Хотите, на огород отвезите, удобрите землю. Хотите, дорогу залатайте. Вот, пожалуйста, у меня качественное. Я не коммунист, у меня не расползется. Нет, с меня хотят деньги еще. То есть хотят и мое, и деньги. Но это же нечестно. Вы же море загрязняете. Народ не дурак, понимает, что там бесплатно. Пошел в парикмахерскую. Постригся. Взяли бабки опять с меня. Вы что? Вы соображаете? Вы с ума сошли? Я знаю, вы потом моими волосами подушечку себе набьете. Маленькую, седую, но набьете. Пошел в поликлинику, сдал кровь на анализы. Взяли 5000 рублей. Ну что вы делаете, а? Моя кровь с каждым годом дороже. И вы с меня берете деньги, а? Это ж как вино. Ее пить можно для здоровья. Мою кровь, сколько народу у меня уже этой крови на выборах повыпивало. Я вам отдаю свою кровь, и вы с меня деньги берете. А я еще к тому же привит. Там антитела были, 1000 штук. 5000 плюс 1000, 6000 взяли с меня. Я эти антитела выращивал. Мне, знаете, в Европе какие бабки давали за эти антитела? Я решил, нет, пусть в стране останутся. Так они с меня взяли. И кровь, и деньги. Ну, негодяи. Ну ничего, я решил, снова пойду в президенты, и я все эти поборы прекращу. Там тоже, когда идешь в президенты, нужно взнос делать, но там хотя бы есть смысл, можно отбить. Так вот, все отменю, все платы. Стричься, справлять нужду и сдавать кровь, все будут просто так. А за мою кровь платить будете –